Мне было приятно выступить в роли спонсора данного конкурса, поскольку дети – это вообще такая вещь приятная во всех отношениях. И вот спасибо этому человеку, который организовал этот конкурс, и у него это получается. Я рад за то, что вы пришли к нам сегодня. Все-таки с детьми не очень комфортно бывает. Суетятся, мешают, вот видите, они так беседуют интересно. Поэтому спасибо за то, что вы пришли, и мы так долго задерживать, конечно, не будем, чтобы вас это как-то не угнетало. Спасибо, что приняли участие в этом конкурсе. Надеюсь, что те конкурсы, которые будут в нашей группе происходить и дальше, вы будете принимать активное участие в них. Будет приятно вас видеть здесь у нас в гостях. И надеюсь, что вам это тоже доставило маленькое удовольствие. Поскольку сегодня у нас один победитель, мы его выбирали именно с точки зрения эмоционального восприятия нашим большим жюри. Я так понимаю, да? Да. Вот. И давайте мы сейчас вручать будем приз. Пашенька у нас. Пашенька, да, где у нас Пашенька? Пашуля, помаши мне, дядя, ручкой. Ну-ка помаши, скажи, это Паша, я. Приз маленький, но удаленький. Сразу показываю его. Он не дешевый. Это вещь, которая необходима детям в обязательном порядке. И принимать его можно детишкам с грудного возраста. Подробности вам расскажет золотой директор компании «Рифлейм» Наталья. Она сейчас снимает нас. Подробности есть еще и у нас в наших журналах. Это называется «Омега-3». Производитель Швеция. Вот. И это мы вручаем маленькому победителю. Вот. А мамочки, это от нас маленький блокнотик. Держи, мой милый. Держи. Это тебе. На, вот на, держи, вот, это тебе. Не хочешь? Тогда мамочка будет пользоваться. Держите. Давайте мы поаплодируем. У нас остальные получают утешительные призы. Я решил это сделать. Всех угостить подружку. Держи, солнышко. Это тебе. Вот тебе такой, на. Спасибо, держи. Большое тебе. У нас сырая просто. Ну и что? Это тебе. Хочешь, не хочешь, на тебе, здесь хотят. А это мы маму угостим. Это мама. Какой хороший у нас победитель, ничего не хочет. Сытый, довольный, арбуза накушался. Если у вас какие-то к нам вопросы, вообще вам это было интересно, я так понимаю, раз приняли участие. Вообще интернет это общение. У нас еще это и бизнес-общение, то есть наш бизнес основан на общении с людьми. И нам всегда приятно, что люди заходят к нам в группы, общаются. Поэтому, если вас интересует что-то, чем мы занимаемся, если вас интересуют те конкурсы, которые мы проводим, ради Бога, приходите на наши сайты, на наши группы. У нас эти замечательные администраторы работают. Вот. И до новых встреч. А еще поздравляю вас с праздником Дню защиты детей. Я вчера был, правильно, да? Удачи вам. Приходите чай попить просто.